Здравствуйте! Сегодня вот решила записать видео, как я буду готовить. Сейчас у меня на плите варится сгущенка, потому что последний раз, когда мы варили, нам с мужем понравилось, и где-то мы варили 3,5 часа примерно, и получилась достаточно хорошая сгущенка. И вот сейчас беру сковородку с водой, то есть сначала, в общем, я промою вот это мясо, то есть это ножки куриные, куриные ножки, кто любит. Мы обычно это часто готовим, очень часто, поэтому муж очень любит такое блюдо. В общем, я распаковываю, распечатываю, так сказать, пачку и складываю. Сначала я промою, а потом положу, так сказать, на плиту варить под закрытой крышкой. Вот сейчас я просто беру, промываю, как у меня получается, и, как говорится, все будет делаться постепенно, готовится не быстро, но вкусно. Вообще-то курица, она быстрее намного готовится, все про это знают. Мне даже шашлык куриный больше нравится, чем свиной. Ну и свиной, конечно, надо правильно готовить, я не спорю. Сливаем воду и заливаем новую водичку. Где-то половина сковороды водички. Так, берем зажигалку. Так, а теперь мы возьмем лук. Вот такой вот лук. Уже видно, что он молодой, потому что, ну, по кожуре даже видно. Вообще очень удобно и легко чиститься. Приступаем. Буду чистить вот сюда, потом вместе выкину, так сказать, мусор. Лук я чищу, потом